Hello, my berries. My name is Kate Shumska. Welcome to my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel and like my video. Опять же, видео будет происходить у нас только на русском языке, потому что, повторяюсь, я учу английский. Сегодня мы будем смотреть мои детские видео. В 17 лет я начала записывать Musical Lie и забросила это дело и ушла работать менеджером отдела продаж строительной компании. Я продавала квартиры. Я посчитала, что это не моя жизнь записывать ТикТок, и решила заняться чем-то более серьезным. Начала работать. Вот, но видите, жизнь возвращает на пути своя, и я вернулась к вам в ТикТок для того, чтобы вы меня лицезрели. Ну, как вы видите, я тогда еще не была блондинкой. А, это мой естественный русый цвет. Мне здесь 17, и это забавно смотреть назад и... Просто я забыла вообще об этом канале. Ну как, я знала про него, но я не думала, что мои фан-странички найдут меня. В принципе, что тут искать? Нас же забили мимискейт и увидели мою старую страничку. Следующее видео. Ну, вы поняли, да? Что как бы, ну... Я скажу, для того времени это было прям вау. Get ugly. Вот это видео, это было тогда, я помню, очень популярный звук в ТикТоке. Ну, Musical Lie на тот момент. Это я записала со своими одногруппниками. Я училась в колледже, я записала это видео со своими одногруппниками. Ну... Приятно. Приятно вспоминать, ну, что я раньше училась в колледже. Слушайте, вот я вот сейчас смотрю, по сравнению с тем, какие сейчас переходы и что сейчас люди делают, это прям, конечно, вау, но... На тот момент это было очень круто. Господи, мне так стыдно. Господи, я это снимала, это ужас, это ужас. Ну да, мне кажется, что я тогда знала английский язык гораздо лучше. I may be ugly, but I'm uglier than you, which means I'm beating you at something. Eat my foot, bitch. Это я до сих пор помню, потому что я вот именно вот этот тренд тоже был. Я очень долго учила, запоминала для того, чтобы это все сказать, и, по-моему, получилось так, so-so. А вот это мое любимое, это любимое видео моей сестры. Big Mac Mama Llama Mama. Who is this big llama starting all this drama? Ты капец, я просто сейчас вспоминаю, я просто реально вот что сейчас, ну, действительно, что детям нужно в 17 лет? Я не знаю, что сейчас нужно детям в 17 лет, но я тогда была действительно очень маленькая, и как бы для меня это было, ну, прикол. Вот вы представляете, насколько я помню эти звуки, что я их просто реально заучила, чтобы спеть. То есть они у меня вот здесь где-то на подсознании, я вот сейчас он играет, и я его помню. Ну, это вообще... Every day.
Ну вот, вы представляете, вот эти какие-то движения, то есть вот это, crazy, то есть вот эти вот движения тогда было именно манипуляция телефоном под движение руки, это было тогда очень популярное. Следующее видео. Да, тогда Сия была прям популярна. Да, я помню все движения, капец. Вот переход. Вот, представляете, это был очень крутой переход. То есть я вот так сделала вот так, а потом такая обратно вывела, и корона у меня на голове. Это было вообще прям вау. Вот видите, опять вот эти вот. То есть все опять связано с видео, движениями телефона. Вот моя сестра. Моя сестра засветилась в моем старом ТикТоке. Посмотрим на нее. Ну так себе. Вот опять, видите, второй видеоролик, где вот было прям популярно, когда ты такой сначала что-то говоришь, а потом много разных фотографий, где ты там различную мимику повторяешь. Это прям вот такие вот тренды взлетали очень сильно. Вот, еще это тоже видео, помню, оно у меня тоже разлетелось по Инстаграму. То есть, опять, видите, видео, оно убыстренное, то есть это было тогда круто. Ну и потом, конечно, пошли русские тренды. Это лучше не показывать. Ну не знаю, вам очень идет, если честно. Ну тогда и сразу говорите, очаровашка. Вас как зовут? Бузяль. Мы тоже татары. Татары? Да. Ну да, это я уже работала в менеджером строительной компании. Папа вообще очень вовремя. Позвонила, у меня все сбилось. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, на price 225, самый дорогой. То есть это я, мне здесь... Так, оно very, очень-очень affordable. Вот дальше я продолжила снимать. Мне здесь, я вам скажу, 19 или 20 лет. Да, 19. 20 должно было исполниться. 19-20 лет, да. Капец. Ужас. Ну, это трешовое видео. Красиво или некрасиво? Скажи, как есть. Хочешь, отправь мою голосовую. Но я за таких замуж не выхожу. За мной ходят такие реальные, с деньгами, со всеми машинами ходят за мной. Еще я буду за эту бродягу замуж уходить? Нет, Мадина, спасибо. Ну, это тренд только на русский. Красиво или некрасиво? То есть, вот давайте скажи, сейчас посчитаем комментарии. Мне действительно интересно, что они туда писали. О, до ха-ха-ха. This week? До ха-ха. Ну, понятно, окей, хорошо. Следующее. Вот оно, самое мое первое видео. It's you. Опять вот это. Окей. Okay. То есть вот это вот приближение самое было. Самое серьезное на тот момент тренд приближения, это было вот это. Вот это вот переворачивание. Движение, вот так вот камера, что типа она трясется, и что-то типа вот сделал мне с лицом вот такое. То есть это было прям вообще им 5 с плюсов. На этом мы заканчиваем ностальгировать. Всем спасибо, что вы были со мной, что вы смотрели мой видеоролик. Сегодня вы погрузились немножечко в мою жизнь. Я вам дала немножечко сплетни обо мне. Вот. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте лайкать, комментировать и подписываться на мой YouTube-канал. Потому что чем больше вы будете лайкать, комментировать и подписываться на мой YouTube-канал, тем я больше буду выставлять видеоролики для вас. Все, всем спасибо. See you later. Bye-bye.